Нетрезвого водителя Volkswagen Jetta выявили автоинспекторы на улице Чистопольская. Их внимание привлекла странная траектория движения иномарки. Водитель останавливаться не захотел и попытался скрыться, но доехал только до ближайшего забора, не вписался в поворот. Нафиса Меня узнала, что отвечать за эту лихую поездку предстоит в том числе и пассажирке этой иномарки. Вы признаете, что вы нетрезвый? Молодой человек. Я признаю, что комментарий не даю. Автоинспектором мужчина все же признался, пил перед тем, как сесть за руль. Впрочем, они об этом догадались гораздо раньше, когда увидели виляющие стороны в сторону Volkswagen Jetta. Машину решили остановить и узнать, хорошо ли себя чувствует водитель, но он требования об остановке не подчинился. Наоборот, только увеличил скорость. Скрыться решил во дворах, думал затеряться среди припаркованных автомобилей. Но во время маневра водитель Volkswagen врезался в металлическое ограждение рядом с пешеходным переходом. Повезло, что людей на нем не было. Уехать дальше не получилось. Предъявить документы сотрудникам ГИБДД мужчина не смог. Прав у него просто нет. Водительского удостоверения он был лишен как раз за езду в нетрезвом виде. Срок лишения уже закончился, но для их возврата необходимо сдать теоретический экзамен. Его мужчина не сдал. И теперь за повторную езду в пьяном состоянии ему грозит уголовная ответственность. Ответить по закону за эту поездку предстоит и его пассажирке. Известно, что автомобиль принадлежит девушке, которая сейчас сидит в машине автоинспекторов, и также грозит лишение водительского удостоверения, так как она доверила управление своим транспортным средством нетрезвому водителю.